О, здорово. Ну-ну-ну-ну-ну, давай. Опа, я уклонился. Опа! В этом ролике мы разыграем Гаррис мод. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Всем удачи! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет! Здравствуйте. Всем здорово, дорогие друзья. Сегодня мы скачали новый мод на Хаги, который вышел, ну не знаю, пару часов назад. Я сразу его скачал, и мы решили записать. Он как NPC идет, ну и можно вселяться и теперь дамажиться одного раза. А ну ударь меня. Вот. Если опять кушайте, приятного аппетита. А у нас сегодня убегание от Хаги Ваги. Пацаны, правила простые. Кто умирает, тоже берет эту куклу и начинает мочить других пацанов. Ну и тоже, кто умрет, первый, тот лох. Ну и второй тоже. Блин, а если я первый умру? И подпишись. Ну, а то он придет тебя и сожрет. Это ты на шифт так бегаешь? Да. А, понял. А я там бью потом. Пацаны, он идет к вам наверх. Ага. А, может перепрыгивать. А ты можешь прыгать на пробел? Да, 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 можешь. Только ты можешь падать. Мой план не сработал. Так, я спрыгиваю вниз, потому что так неинтересно. О, привет, давай. Прикольно, бегает так. Инвалид какой-то бежит. Какать охота. Хочешь скакать? Так. Даник слох. Че, умер? Да, он лох. Бежит. Ну это все так как-то долго бежит очень. Да, еще... я же говорю, я медленный. Но надо на умение, надо и подловить пацанов. Главное убить первого, а потом уже лучше, и все будет очень происходить. Я уже заметил одного. Давай, мочи его. Я тогда спущусь, я устал сидеть, хочу побегать. Так, я вижу. Хочет поймать какого-то подписчика. А ты можешь лазить по стенам на правую кнопку мыши или нет? Да, Никс, обернись. Нет. Привет. Привет, Рахит. А, уже ж двое, да, я уже забыл, что двое бегает. Надо быть внимательным. Сейчас начнется веселье. Представьте, в конце сколько будет этих кукол бешеных и один выживший. И там будет один человек убегать от них, представь. Наверное, даже это будет, наверное, не выживший, а потерпевший. Они так. Привет. О, они следят за мной. Да, ребята, это невозможно. Я буду бы не хопить максимально Димас, быстро. Я их отвлекаю. Давай, я в тебя верю. Давай, ты сольешься первый. Я уже не первый, как минимум. Как минимум, я уже второй. Они отвлеклись на тебя. Убьют. Они на тебя опять бегут. Не-не-не, я заныкался. Я заныкался тоже. Как заныкался? Я просто стою за стенкой, они меня не видят. Подожди, где ты? Я даже тебя не вижу. Ну так учитесь маскироваться. А ко мне фиг залезу. Я обманул. Хаги-ваги сегодня не такая, как раньше. Кукла уже теряет свои навыки убийства. Три куклы бешеных. Ну что, пацаны, давайте, все в ваших руках. Махай там крыльями. А эта музыка от кукол идет? Наверное, да, но мне не слышно ничего. Почему-то. Димас! Да. Беги к нам! А где вы? Мы на краю карты. Не, так нечестно. Давайте бегать, давайте, чтобы было интересно. Ну, чтобы было прикольно, я хочу именно повыживать. Вот я знаю, что они сзади прям бежали, махали своими крыльями. Егор, давай побегаем. Меня какой-то хаги-ваги хочет съесть. Вот. Давайте жмите Димаса, я посмотрю. Три куклы, ребята. Мы их зажали. Так вы не сможете меня убить, смотри, я сейчас спокойно возьму и оббегу тебя вот так вот. Ра-ра-ра-ра. Блин, а сейчас-то немножко было страшно. Я ж чуть не заикнулся. Не, пацаны, вы чего? Ну что, давай, один на один, давай, иди ко мне, иди. Не, ну нафиг, я передумал, извини. Я именно боюсь тебя очень сильно, не. Волк, обернись. Тяжело, да? Можем поставить, повыживать против NPC. Ну хотелось бы, конечно, чтобы всех поубивали, но это тяжело. Ой, меня жмут. Я сзади. Чё, блин, о, здорово. Ну, давай. Опа, я уклонился.
Опа! Уклонился. У тебя радиус очень большой удара. Очень большой радиус удара. Ну ты видел мою лапищу? Так да, у тебя прям здоровенная лапища. Ну что, сейчас будет зомби выживания. Ну что за шоу подстава, Димас? Да все, против NPC. У нас, это короче, бешеные надо, NPC, ребята. Давайте увеличим, я хочу еще больше поставить, мало. В смысле больше? Ну мало, мало. За вот, мной же у нас будет 25 бешеных хаги-ваги. Они бегать умеют? Да. Сейчас я их включу, подожди, они же выключенные. Нет, они бегают. Нет, а теперь они бегают. О, да. О, ребята, ну что? 25 бешеных хаги-ваги. Полетели. Слишком много. Сколько времени можно прожить? Хотя, мне кажется, они тоже медленные. Но количество могут взять. Они такие же, только они могут тебя зашать. Да, пацаны, они тоже медленные, не такие уж они и быстрые, как кажется. Да. Да, медленные. Легко от них убегать, легко. Не очень-то. Ложки, а это ложки. А если вот этих поставлю смайлинг, это добрые, да? А ну, кстати... Удалю парочку штук, поставлю вот этих. Фредди, а ну слезь, пожалуйста, с крыши, а то так неинтересно. Окей. О, они дерутся с добрым. Ой. Ой. Димас, я опять убили второй раз. Не-не-не, просто проверяю, как оно работает. Ой, блин, да я хотел удалить того. Сейчас, стойте. Все, проверяем. Да, они, ребята, медленные. Они хорошо, короче, убивают только в маленьких помещениях, а вот так на поле легко убегать от них. А вот в оригинальной версии игры по вентиляции. Да, несложно. Это очень стрёмно. Я когда проходил, я хоть и знал, что они будут убежать, у меня чуть сердечко не остановилось. Так, а давайте сюда забежим, посмотрим, смогут NPC-шки сюда забежать. Давайте. Меня все еще никто не убил. Они на ступеньки не могут забегать, давайте просто по полю тогда бегаем. По полю бегаем, просто по полю. Тебя никто не убил, а ты скрипит. Ох ты, блин, да не, они как-то бьют на расстоянии иногда. Я чуть не сдох в тупке. Так, сейчас будем мы их делать испытания, подождите, испытания. Проверяем, сколько у них жизни. Кстати, Димас, там сейчас человек, которого я убил, он взял пушку. Ай. Да? Сейчас мы его накажем. Так, проверяем их на выносливость. Я выжил. Они живые, стойте, ребята. Так, я чуть живой. Побольше. Ты жив? Сейчас, подожди, не ссы. Чуть побольше не бомбу. Надо. Чуть побольше. Не надо, бежим. Не, бомба небольшая будет. Это огненная была. Это была огненная. Ну зато она жжет сильно. Нет, нормально, нифига, да? Чуть-чуть, ребята, мощнее. У них 1500 хп, скорее всего. 1500, где-то так. А, это какая-то пердушка маленько. А, нет. Что-то будет, да, сейчас? О, нет. Молекулы разгоняются. И все просрало, что ли? Хорошо, давайте чуть-чуть мощнее возьмем бомбочку. Не надо. Не, она не сильно большая. Весело. Так, сейчас, подождите, а где она? Да почему они там сидят? Давайте отгоняйтесь. Несколько бомб ставишь, да? Ой, слабенький вот. Слабая бомба, подождите. Это не те, я хотел, чтобы такая, типа, мини-ядерная бомбочка. Только я не помню, в каком она паке находится. У меня тут классная тусовка. Да? У меня тоже. Да. Вот такая бомба. Все, сейчас их взорвет. Я не уверен. Твою... Будь уверен. 3, 2, 1. Димас. Меня на расстоянии бьет. Бедный Димас. Бедняга. Нет. Димас, у них такие анимации смерти, посмотри. Пожалейте вас сами, пожалуйста. Не прыгай. Ого! Димас, ты меня подзарил. Меня за карту. Ну что, проверяем еще один пак. Должно сейчас их убить. Да твою дивизию. А я под горячую руку попал. Димас. Прощайте, ребята, вы были хорошими пацанами. Ля... Ну, ура! Нет, они не умерли. Кажется, они поумирали. А поумирало, да, много? Да. Мне кажется, они выживание погибают. Так, еще раз смотрим. Да, умирают. От хаги-ваги, а всё. Издевательство над хаги-ваги. Да, но мы поубегали, мы поняли, что от них легко убегать. Я думал, что будет намного быстрее.
Ну фигачит все равно нормально, вот смотри, что делает, а? А давай робота возьмем, попробуем его помочь. Ну давай роботов, давай. Мне интересно, смогут ли они робота разломать или нет? А ну встаньте перед ними. Ах ты, блин, убила меня. Ой-ой-ой-ой-ой, что творится? Вот этого их забросали, смотрите. Бежит за робота. А ну встань, робот, убьет тебя или нет? Убили. Тот, кто внутри. Они робота прям развалили. Нифига. Взорвали, смотрите, робота. Жестко. Вот еще пошли роботы. Нет, этот робот его не может убить никак. Если этого развалят, смотрите. Прощай, робот. Ого, и меня уничтожило взрывом. Не, пацаны, роботы их тоже что-то не берут. Он уже черный весь, но не умирает. Я убил волка случайно, волк, кажется. Не, пацаны, их тяжело убить. Они убили кого-то? Убили. Еще одного убили. Давай, 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 замочи робота. Убегай, убегай. Меня уб... Ну что, сейчас мы сделаем... видели когда-нибудь апокалипсис? Нет. Да. Да или нет? Да. Я видел то, что где-то во снах. Прощайте. На утёса, как? Вижу, вижу, вижу. Ну что, вот она. Ох, ёкма. Ну. Если вам понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Тоже всем отличного настроения. И посмотрите мои ролики. Еще. Пацаны, салют для вас. Красивый. Ура! Ура! Скоро Новый год. Ура! С Новым годом! Это сейчас.